Сегодня мы находимся в старинном городе Эльче в Испании. И мы сегодня будем смотреть с вами средневековый рынок. Это рынок, где выставляют свои хендмейдовские работы жители, испанцы. Здесь и украшения, и картины, и даже домашняя выпечка, и даже карусели работают с помощью только рук. Давайте посмотрим. Hombre de Paco. Thank you.
zona no, no, no grave. No video? No video. Tá feliz com ele.